в университет, мне дали scholarship, то есть я учился в университете, играл в университете, и в прошлом году на драфте меня выбрали Lakers, и так вот я попал в NBA. Ты типа обратно летаешь, типа, или только там служишь? Что-что? Ну, типа, обратно на Украину летаешь, или... Да-да, летом стараюсь, летом, когда сезон заканчивается, там близких друзей увидеть. Ого. Мы одни, кстати. Что? Мы одни прилетели. А, окей. Ух. А, чё, Финн? Финн, я понял. Ага. Сейчас будет Латвия. Да, я что-то тупанул. Да, будешь тащить, тащить будешь. Окей, окей. Марк, поясни людям, кто это. Так я же сказал, кто это. Это баскетболист. Хороший очень, профессиональный. Играет за Лейкерс. Все, что можно еще сказать? Сейчас записан сыграл, в прошлом году за Лейкерс сыграл. А, сразу. Обменяли меня в Детройт. Ну, тоже нормально. А, да, неплохо. Меня спрашивают, какой да. У тебя рост? А, 2 метра 1 сантиметр. 2.01. Кстати, да. На 16 сантиметров выше меня. Да. Тебе надо было баскетбол тоже идти, кстати. Да, может быть. Я еще спрашиваю, типа, где приятнее жить? В Америке или в Украине? Ну, даже не знаю, кому как. Мне как бы больше нравится в Америке. Не знаю. Ну тут как бы два других вида жизни. Если так брать. В общем. Потому что когда я только приехал даже в университет, реально было как в фильмах. Ну, не, потому что в моем типа мой университет небольшой, был там 300 человек училось. Ну, считается небольшой. И реально он просто как в кино, то есть там большой кампус, все ходят на уроки, такое. Ну, очень-очень понравилось. И то ли это как кому как, разные людям. У меня есть друзья, которые тоже летели в Америку со мной. Ну, не со мной, а с моего класса, то есть в школе я с ним учился, он. Некоторые тоже полетели в Америку учиться, и некоторым мне очень нравится. Это уже зависит от... Да, ну типа я был в Нью-Йорке... Кому что больше подходит, я, да. Я, короче, был в Нью-Йорке, мне вообще там не понравилось. Ну как, понравилось, но не особо. Так, да, это на мне... В Нью-Йорке очень-очень много людей. Да, очень да. Много. Я когда мы на игре, когда когда играем с Нью-Йорк Никс или с Бруклином, очень много людей на улицах. Вообще невозможно ходить. Ну в Америке, кстати, типа очень позитивные какие-то люди. Не знаю. Да, кстати, да. Уже 46 человек осталось, что быстро. Очень быстро. Ух.
Дискар нужен? Тебе не нужен? Не, у меня уже есть. А, окей. Че за людей нет вообще? Тебе нужен heavy? Не. Да вообще что никому нет. Надо добить себе металл. Привет, Маграл. Привет. Удачного стрима. Да. Слава Украине. Маграл. Короче, челу чать. Поздоровался. Спасибо всем, кто донатит. Что лучше брать, миники или фиш? Или что? Фиш одна, миника шесть. Ну, да. Желательно то и то. Но я могу взять рыбку, в принципе. Окей. О, привет, Литвик. Привет, привет. Спасибо за донат. Ой, за саб. Сорян. Не, ну это легкая победка. Должна быть, да. Кстати, очень быстро люди очень умерли. Да, что-то. В последнее время что-то вы как-то. Да. Всем в Call of Duty играть или Valorant. Да. Те, кто играл в Valorant? Не, мне не нравится. Я не знаю, что мне не нравится. Я смотрел. Я тоже сейчас попробовал, типа, я вот. До того, как он сегодня вышел, я думал, что типа вообще игра топовая будет. А я попробовал, что-то как-то не особо. Ну да, мне не нравилось, потому что как бы когда стреляешь даже, но оно просто в одну точку все летит. Ну, не очень по-настоящему, грубо говоря. Даже привет, когда в Fortnite стреляешь, она отдачи. Слушай меня внимательно, да, мы сейчас идем в лагерь, я приобываю и ну все. А в какой-то... Call of Duty играл в Warzone или нет? Не, я еще. Я хотел попробовать, но что-то. Да, то же самое. Вот мне она прикольная тоже. Да. Иногда, когда только начал играть, типа, она мне стреляет, начинала типа сразу кликать клавиши, типа строить, я потом сразу втыкал, думал. Хочу построить, а строить нельзя в Call of Duty, оказывается. У меня так в CS-ку, типа, я когда, ну, иногда бывает играю в CS-ку, типа, я пытаюсь, типа, построить что-то, но не могу. Можно убить, кстати. На 136? Да, да. Nice. Сейчас еще где они. Не, по-моему, снизу. В дальнем. Тебе синий таксик нужен? А, да. У меня зеленый тебе. У меня. Тебе так он без разницы? Мне фиолетовый. Окей. Okay. Они снизу. У тебя heavy есть? Они не, вот. Какую клаву посоветуешь? Вармил или я паузу. Оу, окей, я пал. Я буду все это сбрасывать на пинг. Очень большой пинг. Я умер. Я умер, как дурачок. Нормально. Второй, блин, тоже кома. В принципе, нормально. Чуть-чуть. Надо. А, все, Америку поставлю. Похвалил Трэвиса, да, покупал я его.
Кстати, надо бы поменяться с кем. А ты был на концерте? Или пропустил концертик? А? И что, что? И только я должен был поменять регион. А. А. Или нет? Стоп. А у меня опять регион не поменялся. Сейчас у меня пинг 70-60. Странно. Я почему-то поменял регион, но он не поменялся. Странно. Сейчас посмотрим. Чё, куда? Pleasant. Эй, ты, Лунтик, ты меня добавишь в ДЭ? Ник Пикаграл? Я не добавляю туда. Что? Блин, опять высоко. Да, я тоже что-то высоко. Давай, это Doghouse. Да. Окей, я иду на гейстейшн. Походу надо текать отсюда. Да.